Всем привет, это продолжение моего FIFA сериала «На шестерых», в котором я играю за Францию, и если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с нее. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. То есть ты уничтожишь Лавенту и на его место свой город бахнешь? Получается. Нет, зачем уничтожать? Захвачу просто. А сколько у Египта? Ну, в принципе. А. Так, из Ла-Рошеля отправим. Так. С ракет. Американец, предложение. Блин, где-то я не успел еще продукцию запустить. Я не буду вырубать леса тропические, чтобы давалось бонус. Так, а как к рамбу попасть? Куда мне топать? На север. От испанца? От русского. А как к русскому попасть? А вот я не знаю. На запад от испанца. Русский умрет скоро. На западе я. На восток, наверное. Я направо, в общем. Как тут русский умрет, ты уже Ярославль окружаешь. Да сейчас я похожу. Задолбали. Я думал, в шестой циве так фастклик решать не будет, как в пятой. Почему бы и нет?
Ну все, теперь мы на равных в олигархии. А через ход у меня генерал будет. Так что беги отсюда. Тут можно город, в принципе, основать. Сколько у меня уже городов? Раз, два, три, четыре, пять. У меня пять. У Египта побольше. Будет, если что. Тут же джунгли остались, нет? Да, Рейнфорест остался. Отличненько. Вот тут исследовать, может, тут какой город можно поставить. У меня железа нету, вот в чем проблема. Так, можно переключать создание строителей. Что у нас? Ну, я вообще Стоунхендж хотел, может, мне не копить тогда на пророка, а на что-нибудь другое. Как бы Стоунхендж я ж могу А чё справа от России? Вот вроде как пустые места. Почему тут никто не живет? Потому что нафигел. Слушай, американец, ты там собираешься на Египет нападать?
Пока нет, я отцу снижает. Осталось. Я сейчас на Францию буду. Да, у него тут армия вся сверху от меня. Ты бы американец мог. У меня, видишь, здесь проход две клетки. Здесь гнедогорный, потому что две клетки еще не с холмы и джом. Так вы воюете уже, что ли? Господи, тут у русского справа просто смерть мне пришла. Тут огромное количество варваров. Варвары не такие. Похоже, я к вам буду пробиваться лодочкой. Американец, если что, самое время на Египет нападать. Если он меня захватывает, то ему ничего не сдерживает на тебя напасть. А нападать он будет через мои города на тебя. Мне тяжело нападать на американца тут. Сюда. А тут простор. Хотя бы объяви ему войну, хотя бы, не знаю, чтобы у него минус по счастью пошел. В столице я, скорее всего, ничего не сделаю. Там стены, военный лагерь есть. У тебя там как успехи? Он тебе каями своими дарит?
Вы где воюете? Около Лавенты? Или около столицы? Лёша. Он нападает на Тулузу и на Ла-Рошель. С обоих, да, городов получается? Да. Испанец. Пошел никакого мира. Как серьезно. А что ты так разговариваешь? Ну и не со мной, во-первых. Да попроще, это ж игра, дружище, ты чего? Взял левому человеку, нагрубил. Ни за что. Просто грязненько все очень. Ручки, а что ты как Килиманджаро не поставил было? Там просто прибежал и не забрал его. О, меня нашел Тедди Рузвельт. Здравствуй, ты далеко отсюда, да. Американец? Очень далеко. От Алеппо, если я влево буду идти, то я найду кого-то? Кого-то найдешь. Без понятия, где это Алеппо. Еще раз, где Испания от Алеппо? Он сказал, без понятия, где Алеппо. Ну вот стоит американский разведчик. Это твоя Алеппо, да? Ну да, чьи. По диагонали налево и вниз иди, увидишь станцию. А налево там что-то от есть? Моего... Прямо вот, если просто на запад мне идти, там есть что-нибудь, кто-нибудь? Француз есть, дальше этот есть. А далеко француз? Либо клеток 20. Ну что же это за чепуха? С
слухи все хотят. Все, тебя покарали. Тут карали со всех сторон. Варвары, грязные. Это каратели. Испанец. Блин, что я денежку сделал? Верни, пожалуйста. Что такое, у меня ход завис? Не знаю. Почему вот этот у меня походил, я не пойму, или не походил? Так, сейчас у меня захватит рабочего, судя по всему. Ну, смысл стены строить, если он с тараном идет? Египет может мир? Ну тяжело тут, видишь, тяжело. Че продолжать? Тяжело. Мы сейчас будем долго так. Пойду. Или с ним тоже мир, Америкос. Давай тоже мир. Если будешь дружить, то пожалуй. Если мы втроем заключим мир и зашибись. То. Чего ты пропадаешь? Ты лагаешь, да. Ты готов со всеми мир заключить, да, и дружить? Да не важно, то есть да, я готов заключить мир, да. Значит. Счастье-то какое. Ура, мир! А, стояночка, мы не можем мир заключить. Мы пока не можем мир заключить. Давайте просто разбегаемся. Договорились. Я не буду атаковать твои юниты с этого момента. Что там Россия с Испанией, что они там решили? Нас до победного. Испанец, я так понимаю, уперся. В России очень плохо, тут снизу тундра, сверху пустыня. Очень плохо, 275 сил. Давайте-ка поменяем тогда. На классическую республику. Ну ты ж мне город спалил ради чего-то. Нет, я не знаю, как там по войне. Я говорю, что вот селиться ему не особо есть куда. То есть там как бы можно города поставить, но такое. Подростки, ему тундра просто в рай. Ну так, в тундре не особо. Вот есть пустыня тоже. То есть ему выбор надо было делать либо в тундру, либо в пустыню. Сейчас мне тут, наверное, разграбят караван, хотя... Ну, рабочего точно захватит, но я его отобью, слава богу. Нет, не захватили рабочего, круто. Так. Тут ап. Тут идем к варварам разбираться. Тут идем чинить. Сюда встанем, потому что караван побежит опять вот так. Может подождем мира? Есть у кого еще меняться? Слушай, вообще интересно, дороги, вот если идет дорога мимо района, то к нему дорога тоже заворачивает, типа такого. Нет, все районы просто сразу типа дорогу дают. Ага. Когда ты районов настроишь, ты увидишь, что там все райончики. Ну, включи стратегическую карту. Там ну, видно. Я... Она у меня и включена. Я поэтому и увидел. А. Да, они все дорогами районы соединяются. То есть у тебя куча районов, ты сразу бесплатные дороги везде. Так, кампус есть. На каком ходу война у нас началась? Я не помню. Ух ты, плюс 5.
Ну давайте Блин, хочу вырубить сначала. Жалко терять просто такие хорошие. Так, можно пока в 3D переключиться. Вид. Еще вот тут город можно поставить, пока там воюют испанец. О, а что, Ярославль уничтожили? Испанец, а что ты не хочешь мир-то заключать? Типа, развиваться некуда будет? Вообще некуда, бесперспективно. А ты как с двумя городами столько армий наклепал? Причем копейщиков они садили. Ну, как-то так. Может, у него... А, нет, он не может еще пока купить. Видимо, только их и строил. Ни в армии не было, когда я нападал. Может, она была не полеченная. Да, если бы еще не фаскли, ты бы так... У тебя бы еще хуже ситуация сейчас была. Пока лечится, стоит. Тоже. Пускай просто стоит, пускай они подходят, чтобы я мог нападать. Так, тут будем вырубать лес. Тут стоим, лечимся. Значит, в Париже. Давайте библиотеку, на нее вырубится лес, и тут в этом месте построим святое место. Да? Да. В Кале. Что нам в Кале нужно? Ну, давайте пока рабочего. О, 20 веры дали. Тут промоушен у скаута еще будет. Круто. Тут надо еще исследовать, посмотреть, где тут город еще можно поставить, в принципе. Ну так-то, в принципе, не так уж и плохо, и договориться можно было, видишь, и отбились по войне. Египет там вот сверху будет ставить, я тут буду ставить. Если тебе надо с варварами разобраться, починить счастье. У меня вот табак есть, раз, два, три табака, потом два... Шелка будет. Даже три шелка. Жемчуг. Могли сделать кнопку обстрела из города еще более неудобно. Да, а это, могли. Это офигенная, конечно, кнопка. Это просто трындец, я бы даже так это назвал. Я когда пытаюсь ее нажать, у меня все что угодно выбирается, кроме нее. Юнит, потом сам город.
Ну черт с тобой, русский. Я тебе хотя бы тогда висячий статус создам и можешь брать его. Прикольно. Короче, строю Стоунхендж. Да, на реке, но что поделать. Блин, разграбит меня сейчас караван. Ну, дорога построена. О, святое место есть. Давайте кампус теперь. Блин, ну мне нужно вот клетки, потому что тут дает у меня ж от тропических лесов бонус. Ладно, пока тогда не будем. Давайте святилище. А, блин, тут Apple. Ну, ладно, тут не нужно, потому что сейчас на холмы возьму. А, построить чудо, построить 6 ферм. Вот ферм не скоро я построю, так что можно открывать. Так, что у нас здесь? Петра мне нафиг не нужна. Ну, вот давайте возможность гавань строить. В принципе, в Кале можно будет гавань. Тут вот все следующий город. Точнее, вот тут конкретно вот гавань можно. Потому что еще бонус будет от двух ресурсов рядом. А вот, Египет, ты там не смотришь? Еще нельзя мир заключить, да? Еще нельзя. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть выжил точным. Караванчик. Отлично. Так. Так, а кто? А, не, показалось. Так, кого-то вынесли, да? У нас минус один, что ли, или что это такое? Никого не вынесли. ГГшку кто-то забрал, да? Я понял туда. Да, ГГшку да. Лавенту. Лавенту Египет забрал. Ты ж погоди тогда Толедо брать 7 ходов, я там тебя оракул дострою. Не, ну завязывай. То есть ты типа да, проигрываешь да, русскому, но ты начинаешь строить ему чудеса специально? Зачем? А что мне делать? Он тут притащил эти осадные башни, у него тут... Ну, видимо, не усиливать соперника. Зачем вот это делать? Ты хочешь какой-то дисбаланс? Дай меня усиливать 8 науки вход на 50-м ходу с двумя городами. Тебе не кажется, что лучше строить армию и хоть как-то сопротивляться? Ну, у меня строится в Мадриде каждый ход. Нет, вместо конечно, этого надо построить кажется чудо, чтобы оно досталось сопернику. Да, если у тебя там шансов нету, то там, ну, ты нам просто будешь потом идем помнить эти чудесами, которые отдаешь. И все равно отдаешь. Waiting for качечка. Я строю районы, простите. Да, 8 городов тяжело играть. Бедняга. Ну, простите, проблемы белых людей. Да, там еще 10 поселов бежит.
Самое главное, что тут обрабатываешь бананы и остается еще Rainforest. Так я не успел натыкать их. Ты с ними на ты? Да. Ну. Странно, почему считал, что я ход закончил. Блин, да что с выбором юнитов здесь? Ну, хотел просто проатаковать, блин. Тупизна полная. По холмам. Так, стал сюзереном. Что мне Карфаген дает? А, не, не стал. Кто-то другой его сюзерен. О, дополнительный торговый путь за каждый военный район. Неплохо. Ну, блин, опять придется пропустить ход. Идиотизм. Так, библиотека тут построена, строим святое место. Ой, что-то у меня минус по золоту такой. Солидный, между прочим. Слишком дофига юнитов. Убился от моего лучника. Ой. Так, а что там с Египтом? Там под Руланом варваров нету? Где? Кто? Под Руланом у тебя там варвары не ходят? Я не понимаю, о каком ты городе говоришь. А, Руан? Руан. Руан. Я не знаю. Конечно. Я только... Ну, мне как бы не показывают, что там что-то есть, но я вижу только рядом с границами. Я бы на твоем месте без защиты не отправлял. У меня все в войско, блин, на этом. Блин. На Египте. Так мы же договорились, что типа не воюем, смысл тебе? Не, ну в смысле я его не перевел в столицу. Так, я его там и оставил. Коммерческий район строить. Ой, блин, это развлекательный. Да что со мной не так? Блин. Так он думает, почему нету бонуса плюс 2? И так его хреново. Все в курсе, что юниты восстанавливаются только при разграблении ферм. Не только ферм, еще если разграбить развлекательный комплекс, тоже восстанавливается. Окей.
Блин, как я тупый. Так, что у меня тут? Просто продукция и к чудесам продукция. Лёш, дашь одну клетку чуда? Да, пожалуйста. Около табака. То есть промки вообще не будет в этом делать. Что начнут сейчас? Кто там колизей забрал? Угадай, вот угадай. Ну как бы тут все воевали, кроме одного. Ну, смекалчи, да? Придется тут... Жалко лес, но... Так, а кому он получается самым близким? Мне к России, да. Слышал, у вас есть Россия? Тогда мы идем к вам. Или наоборот. Из-за того, что я города спамил, они сейчас очень слабые в них. Даже районов нет. Так что вот как-то так. Думаю, что когда люди воевали, у них районов много в городах? Ну, вот у русского да, военные районы есть. Я уже 3 района построил, да. У меня только один район, на Веру, в Каире и все. Не, ну я уверен, что у американцев и египтянина точно районы на науку... Ну, вообще, у египтянина конкретно видел кампус. А, судя по тому, что американец первый по науке, то у него явно не один. Один кампус. Смотри, парочка людей в Михайловиче построено. Потому что один нужен в 4 годах. Так, самый первый ученый классный, на него даже можно проект делать. Эврика для 2 рандомных технологий и... Нет, это уже второй, он же 60 стоит. Первый там, короче, плюс 1 к науке от библиотек дает. И сразу библиотеку строит. Сразу библиотеку строит. Вот на него можно потратиться и сделать проект. Ну вот, он, наверное, проект делал. Что вот так вот. Испанец уже и генералы, и торговца набил. Так, а религию кто основал? Иудаизм. Ты что ли, Качечка, опять? Ну да. А, там же надо апостола какого-то нанять. Я теперь не могу сделать задание в Джакарте. Минус по счастью пошло. Испанец, займи, пожалуйста, сумка, ну в копейку. О, да, меня тут сейчас обед. Там... Я, конечно же, сейчас тебе дам деньги. Египет, мир. Кинул испанец всех нужен. Американец, тебе тоже мир. Че, можно, да? О. Да, уже можно. Предложение дружбы, Египет. Да, давай с вами.
Вот видишь, а почему не работала тот таран? Не таран, а сейчас скажу. Осадная башня. А там стены есть? Так вот именно, я со стенами бил до этого, и билось как будто без, ну, без осадной башни. А сейчас подвел таран, и за два хода, ну, двумя копейщиками снес эти стены. Ну, прочитай описание таранной башни. Так, а у нас мод запрещает, да, продажу юнитов? Осадной башни нормально все делал. Что же русский будет делать с этой оравой, а? Так, давайте из тузы. Да не такая штука уже и орава. Отправим. Че, я что-то думал, то, что на бомбардировщике поиграем, пойду. По Испании сдавит. Нет, он уже Мадрид падает. Ну вот и я сейчас взглянул, смотрю, что-то тут не так. Ну вначале испанец выигрывал. Потом русский. Там русский говорил, что он уже все сливает. Я просто не понял, откуда у него столько промки взялось, чтобы все это настроить. Что? Встретил. А, нашелся. Конь у меня строился за один ход. А вот я пытался. Что ты говоришь? Да ничего уже. Я говорю, что пытался к вам пробиться, но меня варвары убивали. Так, производство. Скаутов моих. Иди, блядь, у меня есть табак и... Всем было одно только. Три хода. Позже обработаю, там посмотрим. Чего полюбца. Два хода, отлично. Да, вот, конечно, то, что у меня несчастье, это у меня минус к производству. Знаете, что пойду я в ту сторону исследовать местность. Так, из Тулузы в Париж. А мне какой-то бонус идет от того, что ко мне ГГшки посылают с каравана? Нет. Ладно. А тут вообще же, да, вроде нету бонуса? Нет, там бывают, ей бывают бонусы, типа вот, грубо говоря, у Египта есть бонус, что если к нему отправляют караван, то он там что-то получает. Есть что-то еще где-то. Ну, короче, а так вот у стандарта нет, да? Да, я уверен, что будут дополнения, типа торговля и барыги, дополнение новое к пятой циве, и там, возможно... Добавить что-нибудь к караванам. Так, быстрее я не могу никак ускорить. Производство. Производство. Вот если мы сюда еще перекинем. Египет, выкупи этот табак около столицы. Нет. И ты его мне хочешь отдать. Мне кажется, город на него убрать. Около столицы свои табак выкупи, что не с горы. А то город может вынести туда. Обязательно? Мой. Я вам тебе не нужен. Ну, у меня есть табак, в принципе, у меня особо... Ну окей, если вырастет, потом забыли. Нет. Русский, а что мне, лошадок подстраивать? Ты идешь ко мне или ты будешь развиваться там, когда закончишь войну? Какой мне кому идти? У меня 12 наук и 6 культуры на 55-м, ты понимаешь? Ну да, да, печально. Кроме военного лагеря ничего у меня нет. Короче, ну ладно, в шестой циви нет ничего хуже длительной войны в начале. Потому что, ну,
Во-первых, ты мало что получаешь, то есть ты вот эти захваченные города начальные, они, ну, ничто. Не, ну как, ты экономишь на поселенцах? О, если да, нифига себе экономия. Поселенец 4 года строится. Нет, он каждый следующий поселенец строится дороже. Если у тебя 4 города, то чтобы построить 8, надо очень много промки. Так ты вместо этого строишь войска и захватываешь соседа. Ну да, тебе взяли так просто и отдали все свои города. Мы же говорим начальные, ты говоришь о том, что у тебя 7 городов, и вместо того, чтобы строить 8 город, 8 поселенца, ты строишь войска и захватываешь. Окей. Но в данном 7, случае, 4, 4. В данном случае у испанца и русского сколько? 3 или 2 города было? Сколько? Ну, у меня было 3, у него 3. Ну, не знаю. Вот это самое фигня. Потому что они рядом слишком. Так, рабочего тут тоже построил. Так, давайте продолжим святое место. Я думаю, что у меня так много культуры, а потом вспомнил, что я взял культуру с пастбищ. Так. Культура и наука от иностранных торговых путей. Кампус стоит. Хочет торговый путь. Так. У меня просто вот очень классный старт. С самого начала и культурные города, и научные, и торговые. Просто ни черта не строил, просто спамил поселков. Наверное, уже можно заменять вот это... читерный старт. Фигню на производство чудес. Я вроде, кроме Стоунхенджа, эти чудеса не собираюсь строить. Тут деньги от караванов. Вот это, наверное, можно взять. Или... Да, деньги от караванов. Сразу всего лишь минус 3. Но мне каждый ход будет выводить все чудеса, которые построены. Нет, обычно да. Когда у тебя вылетает. Мне не так. Вот, мне сейчас сообщили, что я построил Колизей. Ну, вдруг ты забыл. Точно, точно. Высчитывал, там сидел 2 хода, где его лучше ставить. Он же тоже, да, в 6 клетках? Да, да. Ну, что возьмем? Все чудеса плюс 4 веры. Кампус и театр можно покупать за веру. Вот это хорошая штука. Кроме того, 3 веры и 2 продукции. Не пойму, я взял пантеон плюс 1 молоток от стратегических ресурсов. От рудника на стратегических ресурсах. Ну, это понятно. И вот именно, у меня нефрита вот много. Строю рудники. А это не стратегический ресурс. Это ресурс роскоши, да. Это будет на железо, на нефть. Я стратегически подумал, это вот эти, ну, люкс типа. Обломчик. Пантоны какие-то вообще стрёмные. Вот этот на стратегических ресурсах вообще бесполезный. Можете сгенерить там, блин, 5 железа. Ну а как ты можешь знать, где у тебя, как ты можешь знать, есть у тебя железо или нет, в то время, когда ты берешь пантеон? Да, надо там еще построить.
Тут же никак нельзя глянуть, сколько ходов еще Карлан будет бегать. Можно, почему? Русские предложения. Сверху справа стрелочка. Нажми, это будет список караванов. Нет, открой, да, вот эти стрелочки, и там написано 6. У меня, например, 6 ходов бегает караван еще. Ты отменил его. Ага. Русские предложения. Я говорю, отменил ты предложение свое. Как это я отменил, если... У меня написано, ну, я хотел нажать, и было написано «отменено предложение». Ну, сейчас еще раз отправлю. У меня выжил один скаут. Вот это да. Вот это да. У Испании только скаут остался? Нет, у меня это у этого... Тут были варвары, я что-то скаутом бегал, думал, он умрет, а он живой. И отличился уже даже. У меня один генерал выжил. Кстати, у генералов такая особенность, то что он ограничивает передвижение. Враждебный генерал. Прикольно, чудеса по мере строительства строятся. Ну, в смысле, анимация. Ух ты. Блин, может тут еще город поставить? В принципе, это неплохой город будет. Да, наверное. Так, что у нас тут со строительством происходит? На производство. Ну да, расти тут. Пока нету жилья, нету смысла. Чувак, ты когда ждай казаков? Пока уберу. Он отстает по науке. Долго ждать. Да какие казаки тут? Игра поиграна, можно сказать. 12 науки. Почему тяжкой пафи не было? Не, в принципе, я до сотого хода тогда мы играли, помнишь, Катечка? И все равно да, я потом, да, да. Потом догнал. Но догнать это одно, а вот победить... Не очень классно, когда ты всю игру догоняешь, это не весело. Ну, думаю, что потом вообще. Не, просто тут надо не так долго воевать, надо упарываться в войне прямо. То есть не получается у тебя там что-то, надо мир заключать и в другой момент, если хочешь человека захватить... Нет, но он напал на меня, то он что я сделаю? Ну, а продолжал войну-то или он даже мириться не хотел? Подожди, он спалил мне город, и что мне оставалось делать? Поставить другой. А, и он пришел, я... бы опять его спалил и поставить еще, ну, по той же схеме, да? Я уже спалил, нет, я не знаю, что не могу ничего удержать. То есть я просто не знаю, какая у вас там территория, может, тебе больше некуда ставить города, я без понятия. Ну, это ж твой вон справа прибежал, разведчик, но... Ну, видел, я справа прибежал просто... Нет, я право еще не видел. Там просто я шел по твоей границе, и на меня варвары напали, поэтому я попросился... Строй, короче, строй, у тебя же Россия. Строй лавры, отправляй караваны. Да, я знаю, караваны, что делать. Ну ты что ты говоришь, что проиграно? Не, ну в смысле тяжело будет догнать, но потом я сказал, ну вроде догнал тогда в прошлый раз. Принимай мою веру, у меня ваты.
Чавата. Гигаватты. Гигаватты. Я же не сдаюсь, не выхожу, не говорю. Ну да, вот это что за стены у тебя вообще непробиваемые какие-то. Толедо. Нехороший ты. Раб забрал Петру. Тенгора просто мусор. Странно написано. 60 из 60 я набрал очков великого ученого, но мне не предлагают его взять. Может, следующим ходом только. Че, раньше тебя там никто не набрал? Нет, тут никто не взял. А вот у меня у ГГшки задание тяжелая колесница, а я ее физически не могу построить. Шо, теперь задание на всю игру. Почему ты не можешь? Типа. У меня как бы кнайты уже. Ну все тогда, да. Слушай, а как у тебя найты, ты вроде не сильно впереди по науке? Точнее, я 39 науки. А это секрет как? Я по тяжелым техам иду. А ты типа в мамлюков, типа, слушай, русский, готовься, там скоро тебе припрется. Да я бы с удовольствием, но я пока строю эти священные места везде. Чудеса ты ставишь. Нет, в Медине построилась Венера. Я ее под Петру построил. И в Каире я построил Колизей. Вот два чуда, все. Ну вот испанец. Давайте лучше жемчуг обработаю. Храм, кстати, надо открыть. А здесь кампус построим. Или, блин, коммерческий район лучше. Хотя у меня сейчас будет вот коммерческий район тут, гавань тут. Поэтому кампус. Ну, давайте лучше здесь. Угу, на счастье. Значит, дома нужны. Значит, амбар. Так, в Париже еще святилище построю, можно два поселенца. Как раз можно взять на плюс 50% к поселенцам. Толедо осаждено. Да таран мы убил, блин. Если бы не убил, я бы уже забрал его давно. А купить золото нет. Вот гад сопротивляется, да? Ну. Без столицы.
Какая-то самоубийственная война у вас. Еще миссионера. Но мне толку не было бы дальше играть, если бы я его не захватил. Так что либо... Как это? Я это либо... очень странно. Либо я, либо он тут. Вот я сейчас поставил города широко, не через 3 клетки, а через 4. У меня просто не достают районы друг до друга. Ну, это просто печаль. Археология. Храм, чтобы строить. В храмах апостолов. Так, здесь мы построим торговца. И что мы поменяем? Плюс 2 золота от торговых путей и 1 производство. Ну, на сеттлеров мне надо, да. Давайте вот производство уберем, золото пока оставим от торговых путей. Семь, пять, пять, три, четыре. Что-то в Ларошеле именно нехватка счастья. Хм. Да сейчас я, сейчас. Москва. Слушай, забавно, у тебя Москва прям под Карфагеном почему-то. А, блин, это ж не столица. Я забываю все время. Ну, он мог просто вот не сражаться с этим... с испанцем, а просто тут на север селиться под, ну, слева от Карфагена. Карфаген собрать. Тут вот Килиманджаро выше, и выйти... Испанцам мне не было жизни бы, из-за того, что он тут подселился. А как он тебя подселил бы? Вот он от Карфагена строил бы на 3 клетки город, там, под гору. У тебя вот Толедо есть, это же не твоя столица, все нормально. Можно было как-то договориться, а он под тебя поставил город, и вы слились из-за этого. Или кто там под кого? Так испанец тоже мог вверх селиться, сверху нет ничего, что ли. Вы ни за что просто начали войну, которая выбила вас из игры. А кто из вас не строил разведчиков? Египет. А, все. Да, я вообще не понимаю, в чем. Америка и Египет, как вы смотрите на то, что я буду свою религию на вас распространять? А что ты будешь пинать? Я уже взял, возможность покупку за веры в кампусах и в святых местах, и религиозное здание, которое на продукцию.
Ну посмотри там в разделе. Леш. Чего? Мне надо без проблем распространять. Кому? Египту. Окей. Француз живой? Что? Француз, ты живой? Ну, тебя не вырезает? Мы друзья. Какая война? Все уже по-новому. Все снес по-новому, блин. Мы по-новому? Ты зачем мешаешься нам? Все, удачи вам. Так, что нам теперь надо? Ружки, ты там не пройдешь, все равно уже дальше. Наверное. Там горы и мои границы. А вдруг пройду? Наконец-то обратил. Хотя, с другой стороны, смысл мне распространять на них религию, я не получаю ничего за... То есть, ну, конечно, там религиозная победа, прочее, но тут вряд ли кто-то даст религиозно победить, мне лучше... Бляха, надо побыстрее его выносить. Уже минус, по счастью, жестко идет. Ну, один город остался, я так понимаю. Ну да. Да я в Толедо уже долбился без тарана, вон почти все поумирали. Ждем, пока полечится. Так а нафига тебе юниты, иди их просто... Не, ну они даже уже не возьмут, там тоже стена. А таран ты купил уже или там построил? Ну, таран уже веду, да, уже таран веду. Не, ну здесь вот нормальный город будет. По-моему. У тебя гуляет писатель русский. Он к тебе идет. Проведать тебя. А, давай, давай. Так я тебе кидал сделку, ты там не принимал? Нет. Не хочешь или не видел? Сейчас гляну. А какой этот сделка? Прохода ну, просто? Да, можешь посмотреть? Ну да, посмотрю, как ты живешь там. Ну ты тогда найдешь ГГшки, нет. Я не дам. Жителей. Для роста требуется жилье. Да? ГГшки не хочу, мне тогда за них придется сражаться в конечном итоге. А там 5 ГГшек. Че я вас должен туда пускать? Ну, чтобы хоть какую-то равную игру сделать, нет? Не-не. Я, например, только 2 ГГшки нашел, из которых одну Египет захватил. Сегодня мой счастливый день, значит. Или у Аравии такой спот крутой всегда. Потому что 2 раза подряд очень хорошо заспаунило меня. Кстати, все на реках. У меня, ну, вот это будет не на реке. Да, кстати, мне, наверное, даже не тут надо поставить, а вот тут. Тогда я смогу акведук от горы проложить. Точно? Господи, тут столько места на север от Толедо, просто на северо-восток. Я тут даже не дойду никогда. Почему вы сражались за вшивый Ярославль? Я не понимаю. Мало мне было куда селиться. Пусть бы стоял тут Ярославль. Смотри, сколько места на север от Толедо. Просто бесконечность.
Ну да, поэтому нужно оставить столицу. В смысле, вражеский город под столицей. Так ты выбил себя из игры, ну и что, что он под столицей? Слушай, ну я так понимаю, что у меня город тоже под столицей Египта стоит. Ну как под столицей, типа? Я у него никакие клетки не отбираю. И вроде как-то то есть так. Вы ни за что испортили друг другу игру. Ну, стоял мой город, у него тоже не забирал третий радиус, так что не надо сочинять песни. На пятой клетке, получается, раз третий не забирал. Даже на 6, даже 6 клеток. То есть Ярославль был в 6 клетках от твоих городов, и ты за это пошел, да, в атаку? Да, в 6 клетке был. Это очень забавно. Внизу пшеницы стоял. Тут. Тем более, что я вот смотрю, на севере просто огромные места. Можно 2 города, 3, может даже, их не знаю. Могу миссионера купить, но я, пожалуй, на апостола покоплю. Вот, у меня все города мою религию приняли. Так, Египет, да, ты разрешал на тебя распространять? Дай, пожалуйста, не понял. Говорю, Египет, ты разрешал на себя тебе распространять религию, да? Да. Зачем вы разрешаете? Хочется им их дело. Потому что хорошая религия. Шарап, ну ты ж не так уж и далеко на самом деле. В принципе, тут скооперироваться с русским, и можно тебя воевать. Я не спорю. Я не говорю, что я победил. Я говорю, что мне обидно, что вы далековато относительно начала. Ну как, вначале, не так уж и далеко. Вот Алеппо, после него Багдад, а потом аж Каир. Но все равно под Алеппо бои будут ведь. Раз, два, три, четыре, пять у меня городов, да? У русского уже тоже, нет, у русского 5, ну, Барселона будет 6. Что у американца? Тоже 5. Так вот, больше всех городов у араба, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У него 8. То есть мне как минимум 2 города точно надо ставить. Сюда и сюда. Блин, ну тут надо и тут поставить, и сюда. То есть... Уже возрождение. У кого? Так это он в Рурскую долину вышел, наверное. Летит просто. Идет туда, бежит. Где? Несется.
он раньше, наверное, ее заберет, чем я. Но я даже не буду строить. Русская война будет, если ты сейчас поставишь тут город. Почему? Потому что я тут собираюсь город ставить. У тебя и так, извини, рядом с моей столицей захвачены испанские. Тебе мало России? Почему ты ведешь вообще поселенцев сюда, где вообще испанские должны были быть или прочее? Ну, в общем, я тебе сказал. Это война. Ты поведешь туда дальше поселенца? Ну, наверное, нет. Мне с тобой сейчас воевать не хочется. Еще с одним человеком. В смысле, с еще одним? Ты меня просто ковыряешь, а не воюешь. Ну, если затягивать еще дальше, у меня вообще ничего нет в развитии. И какой мне тогда план победить? Вынести всех нафиг, у тебя три уже лагеря. Нормально вынести всех нафиг, он уже в русской долине, блин. Ребята. Нет, он не в русской долине. И мы еще как минимум две техи. Ребята, я разберусь. Если он побежал в эту индустриализацию, у него нет военных юнитов. Можно его легко вынести этими всадниками. Всадниками? Всадники по пути в индустриализацию. У него нет этих рыцарей. Испанец, мы как бы про американца говорим. Что он вышел в Рурскую долину? Я не настолько крут, чтобы там еще быть. У меня-то как раз и рыцари есть, и все, все у меня нормально. А, ну так у меня одинаковая армия с русским. Ну так у него слабая армия, а не просто там что-то... Не пойму я ничего в этой войне в их. Для меня эта война загадка, честно говоря. В общем, русский, я надеюсь, что поселенец следующим ходом вниз пойдет. Любой ход в другую сторону я расцениваю как... Нападение. Да. Почи его, Лёш. Нам лучше объединяться против арабы. Как раз хочу там города ставить, чтобы... Хватит против арабы объединяться. К арабу быть ближе. А ты там поставишь, и араб будет с тобой один на один воевать, кстати. Тебя это не смущает? С кем я не буду воевать? Все, успокойтесь. Я буду воевать, я хороший араб. Так, кампус или коммерческий? Давайте коммерческий, наверное. Какие-то имбовые ветрохолмы, 2-4-2, это просто бред. Ты еще и Петру построил? Да, не забрал он. Я ее строил 25 ходов, где-то так. Я не знаю, как ты мог профу. Ну, ты меня увел за 2 хода. А, да, я думал еще, может это срубить, потом думаю, да ладно, не буду. Да, не у меня просто лес нет. Сколько этого угодно, да. А, не, у меня город классный, у меня получается Медина, там на север лошадки, тут какие-то овечки есть, то есть он, ну, не голяковый в пустыне. Ну и плюс караван из него бегал. У меня здесь 2 оазиса и 3 холма. В этом городе. Все. На, и рынка одна. Ты надеялся Петру там построить. Ну и Руана начал строить. Поэтому и надеялся. Так, ладно. Из Руана еще надо поотправлять. Я думаю, сам. Занят слишком расселением. Я занят, да. Это тебе не мешает чудеса делать. Ну, так я ж не в столице поселков строил. Так, ты и Петру не в столице поставил? У тебя, Лёша, да. Сейчас 3 города? Сейчас, наверное. Не, почему 5? А? Как, почему ты думаешь 3? Так, ты зайди в общение с лидером.
Так, что у меня с этими сетлеры пока плюс 50 и плюс 2 золота. Ну, пускай пока так. Да, я мог бы библиотеку купить за веру, но пока я хочу копить на апостолов. Могу вот сейчас уже апостола купить. Где я храм только построил, надо? Вот тут, по-моему. Ага. Ага, вот я нашел тебя. Ну да, тут недалеко, тут по прямой можно ходить. Может, не стоит города ставить, Леш, туда? Стоит. Ладно. Я тебя, пожалуй, осужу даже. Ну вот. Предлагаю всем осуждать арабы. За что? Я ничего не сделал. Это даже не топчик. Посмотрите. Это вопрос времени. Да какое время? У меня радости не хватит на все. Чего вы там пристали? Я предлагаю осуждать француза. Ого, 250 за каждых. Гору рядом. Подлый и коварный. 750, например, можно получить. Блин, мне этот ученый очень нужен. Так, давайте, знаете, что мы сделаем? Испанец, а ты... Кем набилось очки инженерно? Или ты построил это? Он мог проект сделать. У меня в Толедо был давным-давно построен, это рабочая зона. А. Люди рабочие зоны строят, нифига себе. Да, тот, который остался с одним городом, в одного жителя в тундре. Как бы столицу-то твою вынесли, ты мог бы уйти уже с миром. А мне интересно, сколько мне русский будет колупать. Не вижу, а где испанец взял инженера? Я что-то не вижу, чтобы он инженера брал. Не, ну очки, видишь, накапаны. А, ну очки, похоже. Испанец ноль человек. Почему бы ему и не накапать очков? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все, продолжение, надеюсь, будет завтра. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба, поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.